Всем привет, с вами Стивпро, и сегодня я покажу вам ПК-мод для Майнкрафта PlayStation. Что ж, этот мод удаляет много новых вещей с ПК-версии Майнкрафта. Ну что ж, во-первых, здесь можно заметить новые блоки, которые, по идее, должны находиться в подводном мире. Но подводного мира здесь не будет, к сожалению, это так. Но здесь вы можете заметить, например, вот этот фонарь, который тоже находится в подводном мире. Но эти блоки тоже находятся именно там же. Мы также можем увидеть такие заборчики, которые находятся в Эндермире. Да, наверное, все знают новый обновленный Эндермир. Но также здесь есть и поршни, которые вы можете активировать с помощью рычага или кнопки, а может редстоун факела. И что ж, как видите, наш поршень работает. Также здесь есть еще и липкий поршень. Ну а также здесь есть и цветные стекла, которые вы можете поставить в своем доме и просто украсить свой домик. Есть такая штучка, которая светится, но и больше ничего, к сожалению, она не делает. Такая штучка есть не на ПК, но она выглядит маленько по-другому. Также есть блок, но почему-то, к сожалению, он прозрачный. Но этого не должно быть, но это так. Также на рамках вы можете видеть новые предметы. Например, вот эти новые предметы выпадают из блоков, которые находятся в подводном царстве. Также есть табличка, с помощью которой вы сможете давать имя любому мобу. Но, к сожалению, это пока работает некачественно. То есть, если вы тапаете табличкой по мобу, то ему дается имя Null. Да, я не знаю, почему это так, но ему дается именно определенное имя. К сожалению, это так. Но, надеюсь, это все исправит. Но мод довольно большой, потому что здесь также есть Ender яйцо, при нажатии на которое оно будет куда-то телепортироваться. То есть, рандомное место. Могу сказать вам так, ребята, но из-за эндер-дракона, к сожалению, здесь у вас эндер-дракона не будет. Но, к сожалению, это так. Но мод довольно прикольный, поэтому скачивайте его и оцените сами. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.